Пеструшки. Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть на карте Зеленка. Смотрите, тут уже четвертый поддончик. Ну, на самом деле, уже август месяц. Я уже промотал месяц или даже полтора, я уж не помню. Кстати, уже можно убирать урожай. Это у нас овес. Овес уже готов. И, по-моему, свекла тоже готова. Да, тут олени уже тут вынюхивают. Урожай созрел, можно убирать. Ну, я пока еще не знаю конкретно, каким оборудованием тут ее убирать. Специально же оборудование нужно. Так, ну вот это можно уже овес убирать. Давай собаку покормим, где там вулканчик бегает. Сейчас у меня на счету 31 тысяча. Я тут за кадром продавал гербициды. Гербициды. Тут, кстати, уже тоже груши и абрикосы. По 4 поддона. Давайте начнем уборочную. Надеюсь, тюки будут получаться. Я тут включил эту штуку, но еще не тестировал, поэтому не знаю. Сейчас заодно и проверим. Так, я тут протиснусь. Здоровенный агрегат, конечно. Очень длинный. С этим вот солома. Для солома, для тюков. Так. Развернуть, конечно же. Сначала надо развернуть. О. Ну что, понеслась. Пробуем. Первый проход, наверное, в ту сторону. Потому что тут места очень мало. Мне интересно, как солома будет. Он будет набираться или нет? А, нифига. Нифига. Он ее распыляет. Так он ее будет в кучу. Но почему-то он ее не делает внутри. Вот это непонятно. Так, еще раз, если я выключаю, снизу появляются вот эти вот решеточки, но тюк-то не получается никакой. То есть он ее просто сейчас будет распылять. Идет обычное распыление, да. Нет, а мне солома нужна, потому что я на этом заработаю. Тогда эту штуку можно снимать, потому что, ну, она не работает. Она не работает, явно. Блин, ну, конечно, он здоровый, длинный. Посмотрим, какая здесь урожайность будет. Вроде бы уже сделал два прохода, но что-то как-то пока не особо собрал. Я думал, здесь больше урожайности, но что-то не очень. Видать, так карта сделана.
Так, поехали, выгрузим. По сути, что, один бункер? Ага, надо завести комбайн. Блин, у меня топлива-то мало там. Сколько-то осталось? Два прохода. Вот этот доделать надо и... Еще один проход и все. Вот он, первый урожай. Солому тоже нужно будет собрать. Я так и не понял, почему тут солома не получается. Даже вот если эти ставятся, но он почему-то не набирается. А в настройках, в меню там больше ничего нету. Так, сколько тут? 92%. Поехали, свезем. Так, переключиться, во. Ну, в общей сложности, может, 7 тонн я тут соберу ее. Так, топлива хватит доехать или... Или нет? Давай попробуем. На будущее эту штуку сниму, что в ней нет необходимости. Комбайн я здесь оставляю. Туда нет смысла его отгонять, там места мало. Все, пускай тут стоит. Ну теперь можно это куром сыпать. Теперь не надо будет покупать. Теперь как бы свое есть. Хотя надо будет подумать. Для муки, конечно, это маловато. Я собрал урожай. Так, а у меня получается два поля с этой, да? Что у меня там, арканола растет? Машину пока тут ставлю. А солому я, знаешь, что соберу? Я не буду сейчас тюки делать. Я ее соберу вот этим вот прицепом специальным, да и все. Пока в элеватор ее засыплю, а потом уже можно будет
подумать, что с ней делать. Вот этим собрать ее, да и все. Блин, тут куча такая лежит. А в зиму, кстати, можно будет посадить пшеницу. Так, блин, я тут сейчас на... Ладно, поехали. По свекле прямо. Ну да, в подъемчик-то тяжеловато. Возможно, часть соломы оставлю, а часть соломы потом продам. Так, последки. Солома 38 тысяч. А у меня, кстати, здесь даже вода. Что здесь вода-то делает? Что здесь вода-то делает? Как она там оказалась? Я что-то не понял. Так, ладно. Солому убрал. Это я ставлю на место. Так, мне теперь нужно известью, как бы это все удобрить известью. Извести у меня, по-моему, нету. И у меня, кстати, топлива нет. А мне нужно топливо для комбайна. Да, извести у меня нет. У меня есть удобрения и семена. Блин, надо подумать. Либо на машине ехать, привезти пару бочек. Да, давайте, наверное, сейчас съезжу на машине. Заодно продам яиц, тут вон их 4 поддончика. И на обратном пути захвачу топливо. Так, ну все, загрузил. 4 поддончика.
Поехали, продадим. Скоро осень. Скоро осень, потом зима. По поводу овец, ну не знаю, мне кажется, от них надо избавляться, потому что их что-то... Я думал, они будут больше шерсти приносить, но что-то они как-то там... Вот эти 25 овец... Что-то там шерсть очень медленно пополняется. Толку с этого как-то не очень. Так, куда я в тот раз продавал-то? Куда, в ту сторону, по-моему, ехать надо. Надо их продавать, мне кажется. Либо их надо большое поголовье держать, там, не знаю, штук 100 надо. Здесь срежу. И вот сюда, да. В тот раз я здесь продавал, на этой точке продажи, где с первого раза не получилось продать, там надо чуть дальше проезжать. Вот сюда куда-то. Вот, пошло дело. Ну, почти на 10 тысяч. Что ж, отлично. Блин, мне теперь... В магазин надо заехать, а тут пока по карте еще не совсем ориентируюсь. По-моему, я не туда еду. А, не, я посмотрел, все верно. Вот он, магазин-то. Все верно. Топливо надо купить. Так, купил два поддона с известью и топливо. В общем, на 1200. 1200, блин, я не знаю, топливо-то поместится. Тихо. Зацепился. А, ну в принципе поместится. Все, сейчас надо будет топливо закинуть. Так, одна есть и вторая бочка. Поехали. Ну, тут уже у соседей картошка тоже созрела, смотри. Большое поле с картофелем. А у меня надо свеклу убирать. Надо будет еще посмотреть, что там за техника идет. Оборудование это все.
Так, это я снимаю. Надо сейчас заправить полностью. Это здесь пригодится, мало ли, дозаправить. Внезапно закончится, чтобы не гнать на заправку. Так, я хочу посмотреть, какой расход будет. Давай-ка сейчас вот этот трактор беру. Блин, у него противовес маленький, не знаю, справится, не справится. Так, а тут удобрения. Надо их выгрузить. Блин, не туда. Не туда разгрузилось, ладно. А, ну в принципе нормально держит, я думал. Перевешивать будет, да вроде нормально. Хочу посмотреть, какой будет расход. Да. Расход колоссальный просто. Ну, в принципе, сколько тут? Раз, два, три, четыре. Ну, рейсов 6 и... удобриться. Не, для больших полей, конечно, тут нужно другое оборудование, потому что, ну, так ездить все это надоест просто. Да и мешков не хватит. Вот этих двух поддонов не хватит. Надо больше. Блин, не застрять бы тут. Но зато я протестировал. Нужно будет покупать, наверное, или в аренду брать машину специальную, или другую этот брать. Разбрасыватель. Да. Блин, еще и трактор застрял. Это надо будет потом. На производство оттащить. Так, это убрать пенек. Подзастрял. Уперся. Хотел между берез проехать и застрял. В общем, тут еще нужно еще таких пару. Ну, один поддон точно, да. Один поддончик. Но надо будет больше привозить, потому что понадобится много удобрять. А этот разбрасыватель я, наверное, пока поставлю. За кадром удобрю до конца уже. Докуплю. И удобрю.
Так, ну что, ребят, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.